В Самаре началось строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Создаются туристические информационные центры, гостиницы и вся необходимая инфраструктура. Планы подготовки города к мундиалю озвучил в своем послании губернатор Николай Иванович Меркушкин. Некоторые проекты реализуют уже в 2015 году. На очереди ремонт и реставрация ряда объектов историко-культурного наследия Старой Самары. В целом чемпионату мира предстоит улучшить состояние 290 объектов в городе Самара. Работа по благоустройству, по наведению порядка в городе, по приведению в достойный вид должна стать у нас всенародным делом, своего рода национальной идеей. Если мы хотим, чтобы нас уважали везде в мире, мы должны доказать, что достойны этого уважения. Каждый город чемпионата будет лицом страны, которую самарцы никогда не подводили. За последние два года введены в эксплуатацию 6 ледовых дворцов, 5 бассейнов, 7 стадионов с искусственным футбольным полем и беговыми дорожками с олимпийским покрытием. В 2015 году будет возведено более 20 крупных спортивных объектов и более 50 универсальных спортивных площадок в городах и районах области. Тут недавно обсуждалась тема в Кошках построить комплекс, ледовый дворец, ФОК сразу, или точнее ледовый дворец или ФОК сначала. И вдруг там руководство района говорит, вот ледовый нам не нужен, мы потом его содержать не сможем. Ну, если мы так будем исходить, нам ничего не надо. Нам ничего не надо. Мы потихонечку будем умирать. Я сказал тогда, давайте туда и ледовый, и туда же ФОК рядом. Сразу. Что он подумал, значит, как их содержать, чем содержать и как воспитывать молодежь.